Всем привет! Ну что, наступил 2024 год, и появились новые программы для XP, Vista 7 и 8. Вот у меня есть такой ноутбук Asus с какого-то там 2010 года или 2009. На нем стоит Windows Vista. Вот. Собственно, сейчас вам покажу. Видите, да? Vista Home Premium, 32-битный. Ну, сами понимаете, что сейчас с браузерами даже на семерку проблемы есть у многих. Ну, пока еще Mozilla работает. Chrome старый еще работает, но это пока. Mozilla прекратит свою поддержку Windows 7, 8 и 8.1 осенью 2024 года, и браузер выходить не будет. Все браузеры на Chrome тоже прекратили поддержку операционных систем. Но есть такой браузер, он называется, вы же поняли, да? Supremium. И смотрите, он поддерживает не только Windows 7, не только Windows 8 и 8.1, не только Windows Vista, но и даже Windows XP. Я вам покажу сейчас на примере Vista, вот это он уже стоит, этот браузер. Где его скачать, смотрите сами, да, вот. YouTube очень не любит ссылки, я ссылки давать не буду, вот. Погуглите, за секунду найдете. Так. Ну, вот смотрите, он работает. Ставятся все расширения. Вот, уже одно поставилось. Ублок Origin. Блокировщик рекламы. И, значит, внимание. Вы думаете, какая версия тут Chrome? Ну, это Windows Vista, да? То же самое можно поставить на Windows XP. Внимание, смотрите, какая версия Chrome. Самая последняя. 121. Но имейте в виду, что у вас должен быть процессор Pentium 4 и старше. У вас ну, минимум 2 гигабайта. Все-таки Chrome. Оперативной памяти. Ну, если 1 гигабайт, ну все очень плохо будет работать. 512 мегабайт. Pentium 4 и Windows XP, ну, я думаю, что работать будет, но многие сайты просто не откроются. Современный интернет все-таки тяжелый. Но, тем не менее, этот браузер есть, видите, да? Можете как угодно его оформить. Вот, он обновляется. Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Вот для вас. Для всех нас, вернее, этот браузер. Его не так давно разработали, поэтому вот снимаю видео сейчас. Вот такой браузер для Windows XP. И прямо до Windows 8.1. Работает. Проверяла на XP, он работает тоже. Вот, показываю просто на Vista, мне так удобно. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Иначе буду очень признательным.